Пешеходных ограждений на проспекте Мира все-таки не будет, даже в виде столбиков. Об этом сегодня заявил заместитель главы города Владислав Логинов. Напомним, ГИБДД требовала от мэрии установить их около всех пешеходных переходов. Однако, по словам Логинова, с ними удалось договориться. А те заборы, что установили на улице Карла Маркса, в прошлом году не выдержали испытания погодой. За зиму они проржавели, и с них осыпалась краска. Заказчик указывает на плохую работу производителя, который должен будет возместить все убытки. Поэтому гарантийные обязательства трехлетние у нас на все объекты сохраняются. На самом деле трехлетний срок – это срок достаточный, чтобы понять, насколько качественно работы выполнены. И в течение трех лет подрядчик будет все это делать за свой счет. Поэтому сегодня ко всем подрядчикам обращаемся, выполняйте работы качественно, и вам не придется их делать дважды. Логинов сегодня проинспектировал улицу Карла Маркса, где начали устранять свои ошибки по гарантийным обязательствам. Ее ремонтировали в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Так, например, заместитель мэра указал им на просевшую в землю тактильную плитку. Как пояснил инженер, всему виной могла оказаться погода, якобы осадки промыли грунт. Перекладывать брусчатку и ремонтировать другие огрехи подрядчики будут за свой счет. Срок до 15 июня. Погодные условия, видимо, как раз, когда было подготовлено основание, прошел дождь, соответственно, не уплотнили до конца, прошла просадка. В рамках гарантийных обязательств все будет исправлено до 15 числа. Это обычная ситуация при ремонте дорог.